Всем большой привет, с вами Гантриус. Короче, в чем смысл ролика? Если я забомблю в ГД, то все, видео закончится. Короче, вы суть поняли, погнали. Допустим, начнем. Давайте гаунтинги, да. Давайте Poison. Погнали. Ну ладно, ничего. Пока все идет нормально. Вообще, честно, на Западе увидел эту идею, типа у Парашокса, или как он себя зовет там, типа. Если начну говорить, то видео закончится. Мне показалось это прикольная идея, и я решил сделать это в ГД. Ну, почему типа нет? Угу. Не печались. Все нормально. На этом уровне я всегда, на самом деле, проигрываю очень часто. Ну, именно на том моменте, потому что он меня раздражает очень сильно. Еще начало такое довольно долгое. То есть медлительное. Пока все нормально, я держусь, потому что, ну, зачем бомбить, это всего лишь игра, да, выносящая громоздко и нервы. Так, турадан, турадан, туран, 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 давай. Давай снова этот момент. Он мне больше всего раздражает. Блин, я что, не нажимаю на зеленую ту сферу, что ли? Или я глупый? Ну, в ГД я вообще играю в ГД, да? Мало очень играю, на самом деле, в ГД. Ну, типа. Да и вообще, потому что, ну, я не особо скилловый игрок, допустим, как Титан Ченнел, Неллис там, или в Декоде. Да и вообще, наверное, любой зритель, наверное, будет кто-то лучше меня играть. Ну, в принципе, я и сам признаю, что я нубик тупой, который пошел, ну, максимум от силы, ну, только никакой изи демон. Да, серьезно, я даже демона не проходил, даже официальные, ну, дедлок там, что там, теория 2. Так, окей, снова этот момент, который меня больше всего раздражает. Давай. Оу, щит. Это не бомбеж, нет, ничем. Я, допустим, закричу, заору там, не знаю, короче. Ну, как обычно Титан делал в прошлом. Знаком я с творчеством, на самом деле, многих ютуберов по ГД в русском комьюнити. Но не особо прям увлекался этим. Просто знаю многих ютуберов. Ну, больше всего, конечно, знаю именно Титана, потому что уровни от подписчиков, какие-то демоны, челленджи себе устраивал, то есть мне это, в принципе, заходило как-то на ура, то есть так на фон подставить и все, классно. Пока что я не сорвался, я не забомбил, потому что у щит не надо считать, типа, за бомбеж, потому что, ну, это глупость. Музыка, кстати, классная, от этого, как его, Декс Харсон, или как он себя зовет там. Декс Арсен, Докс Арсен, не помню.
Ну, короче, прикольный челик, хорошая музыка. Видите, я не сорвался, хотя я хотел очень сильно, прям, у меня прям желание хочется, прям, знаете, такое, прям такой, прям выплеснуть свой гнев, прям, знаете, свою злость, свой бомбеж, но суть видео заключается в том, что, правильно, если я забомблю, то видео закончится. А пока что видео, наверное, длится очень долго, но терпите, в чем мне. Турен, опять этот момент. Не забомбил еще, нет, 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 не надо считать сейчас. О, все, забомбил, сейчас сорвется. На самом деле в ГД я очень часто бомблю, потому что, ну, раздражает очень сильно. Когда ты проходишь один тот же уровень целый день, ну, это очень как-то не круто. Не, музыка реально шикарная. Так что, турен, турен, так, опять этот момент. Уровень на самом деле классно сделан, но вообще честно, мне нравится, прям вообще суперская. Тем более он еще сохранизен с музыкой, это вообще супер круто. Ой, ё-моё. Да. Ой-ой-ой, да. Вообще, почему так я сейчас тихо говорю, потому что сейчас 4 часа ночи. Не хочу никого будить, потому что ну нафиг надо. Турун, 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 турун. Не, музыка реально шикарная и классная, то есть мне нравится реально. Кстати, видео без склеек, так что можете проверять, потому что, ну, лол. Я же не буду там склеивать что-то, зачем? Оу. Что это сейчас было, кстати? Это был довольно странный момент. Баг. Или может моя рукожопость. Кто знает. Поздно. Ну ничего, ничего. Я не печалюсь, в принципе. Это все лишь игра. Из-за нее не надо страдать, там бомбить, себя резать. Это шутка. Не, само ОГД мне нравится, потому что оно довольно классное, потому что, ну, хардкорное, то есть музыка отличная, все отличное. Не буду восхвалять ее, конечно, но довольно реально шикарно то, что ее хотя бы один человек делает при этом. Типа лоу, один человек делает, представьте, один человек такую игру сделал. Хотя, ну... Должно быть желание, во-первых, и, во-первых, мотивация, чтобы сделать игру. Не обязательно нужны деньги какие-то, потому что ты можешь сам создать игру без денег. Ну, или хотя бы иметь, не знаю, какой-то маленький бюджет, не знаю, если, допустим, ты российский разработчик, ну, хотя бы, ну, иметь, ну, может быть, 20 тысяч рублей, хотя бы, как минимальный бюджет, потому что, как я у многих видел, что разработка игр довольно стоит много.
Так, ладно, не отвлекаемся. Потому что многие говорят, типа, надо меньше болтать в этой игре, иначе она просто тебя тупо отвлекает. Ну, болтовня. В принципе, я согласен, потому что, ну... Потому что она довольно отвлекает сильно. Это, в принципе, логично. Практически сорвался очень сильно. Мне это прям сейчас бы взбесило очень сильно этот момент. Но нет, если бы я, допустим, проходил, не знаю, Hexagon Force какой-нибудь или Electrodynamics, который до сих пор не прохожу, не могу даже пройти, при том, что у меня там 1000 попыток уже. Этот, ну, это легкий лол, тут Harder вроде написано, или Hard, я не помню уже. Но 81%, да, немножко мозолит глаза. Ну ничего, ничего. Многие, конечно, снимают, если подобные ролики снимают, да, типа они такие специально бомбят там, ой, ну короче, специально бомбят там. Ну, есть, конечно, была такая уже идея про бомбеж. Многие там типа начинают говорить специально, иначе бы они могли не разговаривать, не знаю, часами. Типа, лоу, часовое видео, серьезно. Нет, они все это делают как бы специально, я уверен. Ну, на 50%. Да, сейчас говорю, я не особо скилловый игрок, потому что, ну, наверное, вы уже прошли там, не знаю, несколько демонов каких-нибудь, может быть, медиум, может быть, не знаю, экстрим демонов. Но я лично играю в удовольствие, на самом деле, в этой игре, потому что, ну, я не особо хочу быть, типа, похожим, не знаю, на Суникса там или на кого-то еще другого. Зачем мне это, если я просто провожу время в этой игре спокойно? Кого я обманываю? 22 попытки уже, прикиньте, 22. Классно. Супер просто. Никакой склейки, еще раз говорю, никакой склейки. Зачем мне обманывать людей? А то сейчас, не знаю, вырежу кадр там, где бомблю, да, типа и все. Вы такие поверите, да? Наверное. Не знаю, пробовал этот момент на пробеле. И в принципе у меня получилось пройти. Ну, типа, на пробеле именно. Но пробел у меня шумный, так что. Я не сорвался, пока что нет. Пока что держу себя. Нервы. Хотя у меня нервы уже пошатаны, честно. От этой игры очень сильно. Игра причем реально тебя просто выбивает все нервы, потому что она реально прям может выбешивать.
Неплохо, неплохо, окей. Да, но для меня уровень реально сложный, на самом деле. Прям реально. Хотя не знаю, некоторые официальные уровни, да, допустим, вот Electroman Adventures, вот почему, допустим, он insane, хотя он, допустим, тянет, ну, на харда, допустим. Потому что, ну, лично для меня Electroman Adventures был очень легким, прям супер легким. Я не знаю, сколько попыток мне потребовалось на него, но вроде бы где-то 200, может быть, 400. Но на тот же Clutterfunk, допустим, я потратил 600 попыток. Да, один момент я не мог запомнить постоянно, потому что он был довольно бесючий. Это вроде бы... Сейчас вспомню. Я сейчас вспоминаю. Вроде бы. Блин, я даже не помню уже. Нет, не вспомнил явно. Уф, окей. Хорошо. Ух, наверное, это видео уже 20-минутное длится, да? Уже 20 минут. Круто. Супер. Не круто. Ребят, просто реально очень хочется сорваться и просто, я не знаю, забомбить. Я этот турнир просто дико ненавижу. Спасибо. Все. Все, ласт попытка, ласт. На том же моменте. Ой, блинский, ребят, просто не хочу задерживать долго видео, но не хочу специально бомбить, потому что, ну, это будет нечестно. Фух, у меня, я заглатываю, потому что мне очень трудно. Я хочу прям реально дико забомбить, у меня реально сейчас хочется... Короче, мне пердак хочется загореться, а я не хочу этого. Потому что мой видео закончится, и все, и тогда я проиграю. Да, в каких-то моментах у меня получается хорошо играть, а в каких-то нет. Просто, допустим, когда я не снимаю, да, то есть, ну, у меня хорошо получается играть, а когда я снимаю, все, пиздец. Потому что напряжение идет. Потому что тебя смотрят, и ты должен показывать свой скилл. Хотя не вижу в этом смысла показывать скилл. This is ground zero.
Да твою!